Это мой первый влог за очень долгое время. How to say English, sorry. Сейчас я направляюсь к классной филиппинской девочке, с которой мы познакомились в магазине. Точнее, пожму, а может не пожму. Рекомендую вам филиппинок, это реально лучшие жены. Your clothes stolen. Живут ради отношений, они готовы вкладываться и... Погнали! Вау, ребятки, ну что, всем привет. Это мой первый влог за очень долгое время. Я решил попробовать такой формат, где я буду показывать вам, как я знакомлюсь с девчонками, как я провожу с ними время. Причем не только с русскими девчонками, даже не то, что с русскими, а в основном с нерусскими. С филиппинками, кореянками, тайками. Везде, где я буду в каждой стране, я везде буду показывать вам знакомства и времяпровождение с девушками. Ну и, конечно же, лайфстайл. Буду показывать свои тренировки, свою форму, как она меняется и так далее. То есть саморазвитие и классное времяпровождение. Ну что ж, сейчас я нахожусь вот в таком кондо. Это Дикондо кампус. Я в нем живу уже месяц. Таиланд, Пхукет. Сейчас я направляюсь к классной филиппинской девочке, с которой мы познакомились в магазине. И мы будем 2 дня проводить время на Пангане. Я познакомлю вас с ней. Ее зовут Моника. Она очень классная, очень милая. Вы сами все увидите. Ладно, сейчас мы отправляемся на автобус. Потом отправляемся на лодку. А потом едем к ней на другой остров. Итак, погнали! Для начала я зашел в магазин 7-Eleven, чтобы купить себе поесть, потому что на автобусе мы будем ехать примерно 3 часа. А для качка не есть 3 часа, это много. Ладно, шучу. Итак, что я буду брать? Чем мне нравится Таиланд, это тем, что здесь очень много белковых продуктов. Вот, например, в каждом магазине 7-Eleven есть вот такой вот протеиновый коктейль, который я люблю. Он реально очень вкусный, тут посмотрите. Вот, их очень много. Тут целая полка протеиновых вот таких вот коктейлей. Вот этот мой самый любимый, причем с карамелью. Соль и карамель. Очень рекомендую, очень вкусный, поэтому я возьму его. Даже, наверное, знаете, что я возьму 2. Прям 2 таких вкуса. И возьму там каких-нибудь бананов на перекус. А там, я думаю, что нас в любом случае будут останавливаться, автобус будет где-то. Короче, автобус по-любому будет останавливаться для того, чтобы мы могли перекусить в какой-нибудь кафешке. Вот что я хотел сказать. Ладно, отправляемся дальше. Окей, ребята, я прибыл сейчас на автобусную станцию. Вот здесь такая вот автобусная станция в Таиланде. В принципе, от российских ничем не отличается. Немножечко уныло все и грустно. Но здесь чуточку повеселее, потому что погода лучше. Итак, вот этот автобус, на котором мы отправимся на остров Панган. Буду показывать вам вид из окна, а потом уже, когда прибуду, познакомлю вас с очаровательной Моникой. Увидимся! Так, ребят, мы добрались до лодки, наконец-таки, и сейчас поплывем на остров. Капец, ехал я примерно часов так 7, поэтому, если бы я знал, что так долго, я бы, наверное, никуда не поехал. Ну ладно, смотрим красоту, возможно, оно того стоит. Сейчас я на острове Панган, наконец-то добрался, все хорошо, я сейчас сижу с Моникой. Моника, say hi. Моника филиппинка, и мы с ней будем проводить 3 дня вместе, получается, на острове. Я вам расскажу все о ней подробно, кто она, чем занимается, какие у нее мечты есть, как мы познакомились и так далее. Я думаю, что это будет интересный живой влог. Также я покажу вам красивые места на Пангане. И помимо этого, естественно, мы будем на пати, потому что здесь будет самое большое пати прямо сегодня ночью. Называется Full Moon Party. Поэтому мы будем тусить, и я вам все покажу от А до Я, а также свою тренировку, как я, пожалуйста, 47,5 килограмм. Точнее, пожму, а может не пожму. 2 подхода по 3 повторения. Ладно, погнали. Итак, ребят, первое, с чего мы начнем, это с красивого места под названием Monkey Place. Monkey Corner, yes. Почему с этого места? Потому что я очень люблю обезьяны и очень хочу вам их показать, какие они здесь на Пангане. Я надеюсь, что здесь они более-менее вежливые по сравнению с Вьетнамом или с другими местами. No, I know how. Because it turn off the battery. You can did. Oh, you didn't turn it off.
It's okay, sir. Thank you very much. Okay, thank you, sir. Thank you very much. Итак, в общем, все. Мы сейчас едем в это классное место, и я вас познакомлю в первую очередь с обезьянками, а дальше я прошу Монику и задам ей многие вопросы, на которые вам будет интересно послушать. Потому что Моника, она филиппинка, а филиппинские девушки, они очень красивые, и они очень милые, добрые, и на самом деле это одни из самых идеальных жен. В общем, вы об этом сейчас узнаете. Окей, ребятки, первое место, на которое мы пришли, это посмотреть на мамки. Не вот на этих, которые проехали, а вот на вот этих вот обезьян. Смотрите, какие они спокойные, милые, добрые. Когда я жил во Вьетнаме, я прожил в Вьетнаме практически один год, там тоже были обезьяны, но там были обезьяны, мы их называли петушками по одной причине, потому что они были очень, невоспитанными и так далее. И лезли постоянно к тебе, там еду отбирали. А здесь более-менее воспитанные, хорошие обезьяны, которые не лезут, занимаются своими делами. Вот как-то так. А вот наша Моника. Danger. Your phone too. No. Danger. Oh, danger, did. Because monkey look on your phone. Do you know monkey love stolen? Oh. Stolen clothes, yes. Monkey is not good. Monkey rude and no polite. I won't kick monkey, please. a joke, okay, kick it. Oh my god. your clothes stolen. Stolen your clothes. Oh, I don't know what is it. I don't know. No passport, I don't know what is it. No, it's not passport. Yes. It's a document for the motorcycle. Oh. Do you have foods? Foods. Change foods. Change food. No, I don't have. Do you have food? No. Monkey. Monkey, yeah. Document on motorbike, yes? Moto, yeah. Oh. Yes, change. Yes. Operation is good. No loud. When you smile and loud. Yes. Oh! Cigarette. Smoking cigarette. But it's with flavor. Flavor, yes. Very funny, really. Okay, let's go. За что я, ребят, люблю Таиланд, это за вайб. То есть я жил практически почти один год во Вьетнаме, и там нет такого вайба, да. Я люблю Вьетнам очень крутой, но вот здесь, в Таиланде, есть особенный вайб, который хочется вот делиться им, да, какая-то доброта, не знаю, душевность, который хочется делиться с другими людьми. Я не знаю, как это описать. И здесь мне нравится то, что есть такая некая свобода. Во-первых, здесь разрешена марихуана, но я ее не курю, я не употребляю вообще никакой вид наркотиков. Вот. Но сам факт, что здесь как-то вот для людей больше есть свободы, нежели, допустим, в том же Вьетнаме. Вот. И это очень чувствуется. И здесь люди более открытые, более open mind, что позволяет тебе проще знакомиться с людьми, тусоваться, да, узнавать что-то новое. И, конечно же, дальше развиваться в своей сфере. Вот, обмениваясь опытом с другими людьми. Поэтому обязательно путешествуйте, обязательно встречайте новых людей. И учите языки, пробуйте новые кухни, расширяйте свой мозг, свое сознание для того, чтобы достигать дальше успеха во всех сферах вашей жизни. Знакомьтесь с классными девчонками, иностранными. И это еще раз позволит вам просто вот ваш мозг расширить просто до небес. Вот так. Yes? Yeah. Вот такая красота. Monica, where are you from and why you living now in Thailand? You asked me first, where are you from? Yeah, where are you from? I know where you're from, but my surprise, don't know. So I'm from the Philippines and I live and work here in Thailand. Thailand. Yeah. Why are you living in Thailand now? Work, yes? Yeah, right. What do you do?
sales and reservation for the song. Oh. Oh. Okay. What do you know about Russia? And what do you know about Russian people? What do you think about Russia? You know only me, yes, Russian? No. I have the Russian. Oh my god. You know more Russian people. Yeah, I have a Russian friend. She's Russian. Nina. Yeah, yeah. Nina, yeah. I worked with her before. Okay. No Anatoly. Nina. No, no boy. You're a joke. Okay, okay. No boy. Tell me about, what do you know about Russia? Maybe nothing, I don't know. I don't know. Yeah, actually, no. Nothing? Nothing, nada. Okay, Monica, tell me myself, right? How did we meet? How did we meet? Yeah, tell about my surprise. I was at Family Mart. Oh, no, that's Tabs Daily. Tabs Daily, yeah. Buying my breakfast. To come to you. Yeah, and then Igor came and then asked... Yeah, and then said, "You're very beautiful." You're a very beautiful girl. Yes. Yeah. After. After what? You have a boyfriend? Yes. Do you have, yeah, you have a boyfriend? Oh. I ate, and I wait you. Yeah. Waited me outside, yes, because I need outside to pay. Yes, you pay after. Yeah, I paid, and then you asked me for my Instagram. Yes. You liked when I met you. I don't know how to say English, sorry. Interesting. Yeah, it's meeting. Interesting. Yeah. It's interesting because it's not always that people just come to you and say you're pretty. Mm. It's always, but like a direct approach, you know. Yes. More interesting when guy come to girl, yes? Yeah, and directly. Yeah, directly. Hey, hello, yeah. My name is... Because now it's like people is very used to catcalling, like, hey, you're pretty. Yeah. More but interesting. I like on the... More interesting than use Tinder, yes? Yeah. And another app. Okay. Next a question. Oh, it's true that Philippines girls, the best girl for family life. Very beautiful, very gentle and pride. Really. Many Russian people, really, I say truth, many Russian people mm-hmm. want to meet Filipino girl because many Russian people thinking that the best girl for family. Yeah? I didn't know. You did but, not? Yeah, no, I don't know. But, yeah. Philippine people take, yeah, because I don't know, Philippine girl is, yeah, they're very good, they know what to do, very independent, prideful, yes. Very, yeah, again, independent. Okay, next question, do you want, tell me about your family, a little, do you have sister, brothers? Yeah, I'm from a family of five, mother, father, and then I'm a middle child. I have an elder sister and younger brother. Mm. You older, yes? No, I'm middle. Middle. You middle. Okay. Do you want to marry in future? Maybe you want have husband and you want children in future, or you want to build only career? career. I'm not sure. Yeah. Right now, no. I'm not sure. But yeah, maybe children. Yeah, they're cute. In future. Yeah, in the future, maybe. Okay. You want to build relationship with a foreign guy and maybe Filipino guy? I don't know. No preference here. No preference. Okay. Next question. Mm-hmm. You never had a relationship with foreign guy? Serious relationship, yes? I had. Had? Yeah. With foreign guy? Yeah. Who? Why who? We don't know. French, Germany, German boy, I don't know, American. Next question. Okay. Next question. Maybe. What's the last question? Okay, a question. Enough. A question finished. Swim. Okay. Do you want swim?
It's hot, yeah. Ah, very hot, yeah. Okay, we're going to swim. Ну что, ребятки, я сейчас у тренажерного зала. Сегодня моя задача будет потренировать грудные. Я работаю с большими весами. Моя задача сегодня пожать 147,5 кг, сделать 2 подхода по 3 повторения. Да, я потихоньку, помаленьку выстраиваю цикл так, чтобы с каждой неделей выходить уже постепенно на веса все больше и больше, резать объем в виде тоннажа и так далее, и потихоньку выходить на разовый максимум. То есть аккуратно, для того, чтобы мой суставочно-связочный аппарат, короче, связки и суставы были в норме и так далее, чтобы мое тело было готово, я не получил травму. Вот, поэтому мои силовые замечательно растут, при условии того, что я не треню прям... Ой, тут маленький котенок, видите, у меня... Меня задел, я аж испугался. При учете того, что я не выстраиваю цикл так, чтобы я там, не знаю, загонялся жестко и так далее, потому что я в любом случае живу сейчас в Таиланде и не напрягаюсь. Это более такой для меня легкий цикл. Не такой прям хардкорный, как обычно я тренируюсь. Вот, ну ладно, разовый максимум я скоро буду жать и тоже вам это покажу. Но, а по какой программе вообще я тренируюсь? Перед тем, как я покажу, как я пожму 147,5 кг и вообще в целом покажу, как я жму гантели по 50 кг, сегодня у меня задача. Я тебе скажу так, что если ты хочешь быстро набрать мышечную массу и силу, и вообще в целом кайфовать от тренировок и быть всегда мотивированным, тогда переходи по ссылке в закрепленном комментарии, да, ну и плюс переходи в описание к этому ролику, да, вот так на ютубе говорится. Там будет подробная статья о наборе мышечной массы, о системе АПСТ, по которой я выстраиваю все свои циклы и по которой я быстро наращиваю мышечную массу и силовые показатели. И все мои подопечные, которых я веду онлайн, также я их веду по системе АПСТ. Ладно, можешь переходить и читать статью прямо сейчас, либо после ролика. А я сейчас буду жать. 147,5 кг. Погнали. Первый. Нормально. Второй. Тяжеловато. И третий, давай, выжил, все, я справился. Ребята, ну что, я не брал 50 килограмм примерно года два. Два года назад я еще в натурах упробовал, пожал, по-моему, 50 килограмм на 3 раза, и то мне помогали их поднимать. Сейчас попробуем после тяжелого жима, когда я сделал 147,5 килограмм жим, 2 подхода по 3 повтора. Сейчас я перехожу на гантели. Итак, попробуем. Вот они, 50 килограмм, нереально тяжелые, тем более закидывать самому. Самое тяжелое закинуть самому, вы знаете. Ну попробуем. Ох, капец, как тяжело. Самое тяжелое закидывать. Да я уже капец все силы потратил, чтобы донести их до сюда. Let's go. В принципе, 6 сделал легко, я не буду делать 8. Я сделаю 3 по 6 сегодня, чтобы в полный отказ не уходить. Для начала достаточно. Guys, now we want to play. No, play. We want eat and we waiting. Food, yes. Now we need to have dinner after we going to the party. Party, full moon party. Yes. Very. Many people now. Many people. I think that maybe in the party will be 45,000. No? No, that's too loud. I don't know. Many people. I show you, bro. Monica, what is it? Pad Thai. Thai food, yes? Yeah, Thai food. Thai food. What is it? Noodles and chicken, yes? Sweet. Yep. Okay. Yeah, sweet for me. Okay, sweet for you. What is it? French toast. With egg, yes? No? With egg. Okay, I try. You order? Burger. You order burger, yes? Yep. Only burger. Okay. I don't know. I try.
Yeah, good. Oh, guys, Monica is very, very full now, yes? Yeah. And you continue eat. Yep, because I don't like wasting food. You don't like wasting food? Wasting food. Yes. Stop it, no? No, stop. I think that we eating now, you, Monica, eating. Eating now, maybe 20 minutes, yeah? Oh my god, you are very looking full. Very funny, yeah. Okay. Stop it, yes. Surrender, please. I did good. It's very big, but... Yeah. Because now, party, many moves, you know? Where you full? Difficult. Move. Yes? No? It's okay? You stop? Yeah, stop. Okay. Yeah. Let's go. Party. Ну что, ребята, мы уже находимся на этом муне. Пати. Посмотрите здесь. Кстати, русских вообще нету практически здесь. Все иностранцы. Русские только на Пхукете в основном. Ну что, ребятки, спасибо большое за просмотр. Это прекрасная Моника. Моника, say hi. Hello. Моника очень прекрасная, красивая филиппинская девушка. Очень милая, очень добрая. Рекомендую вам филиппинок. Это реально лучшие жены, самые красивые девочки в Азии. На мой вкус, по крайней мере. Все девочки красивые. Я знаю и кореянок классных. В общем, все нации прекрасные. Но филиппинки, они прям такие живые. И они живут вот как будто бы ради мужчины. Да, они вот просто... живут ради отношений, они готовы вкладываться, и финансово даже вкладываться, и так далее, и душой вкладываются. То есть они делают все, чтобы мужчина был счастливый рядом с ними и так далее. То есть они прислушиваются к мужчине и хотят, чтобы мужчина решал. Вот, посмотрите, какой красивый sunset. Sunset на английском, господи, мой мозг просто переключается с английского на русский. В общем, посмотрите, какой красивый закат, он уже прошел, солнце было просто великолепно. В общем, спасибо, ребят, за просмотр. Я думаю, если вам понравится такой влог, я буду делать больше свиданий с девушками разных наций, показывать вам, задавать больше вопросов. Это был первый влог, первое свидание. Я надеюсь, оно вам понравилось. Я думаю, следующее будет намного лучше, интереснее. Пишите свои предложения, что, как вы хотите видеть следующие ролики. Спасибо за обратную связь. Ну что ж, увидимся. Пока.